Друзья, всем привет! Как видите, мы никак угомониться не можем. Лето вроде кончилось, а мы все ныряем и ныряем. И в этот раз не будет исключением. Едем в Юрмалу погружаться под воду. Будем доставать золото, все, что там осталось, что мы не достали, достанем сегодня. Я так надеюсь, по крайней мере. Сейчас двигаемся в дальнюю точку Юрмалы. Наметили уже место, где будем копать. Комрад там тоже, Дмитрий Сергеевич, на месте будет. Так что все, встречаемся уже в водах Юрмальского моря. Погнали! Короче, друзья, покупаю я тут пропуск в Юрмалу на терминал. И у нас первая прибыль. Смотрите! Ой. Опа! 5 евро. Кто-то, видать, поронил первый хабар. Отлично. Начало хорошее. Едем дальше. Так, ни хера не видно. Значит, включимся позже. Ну все, друзья, рассвело. Начинаем уже активную фазу съемки. Как видите, вода относительно спокойная. Правда, вот только что пришла волна какая-то вот одиночная. Наверное, какое-то судно прошло где-то. Прошелся по глубине, сигналов космос полный. Вытащил один пивной язычок. Пока наша главная находка 5 евро, которые нашли возле, покупая пропуск в Юрмалу. Ну, ладно, идем дальше. Сейчас тут просто на глазах появились волны, хотя непонятно, ветер южный как раз в нашу сторону, в лицо мне бьет, и волна сейчас появилась. Вот только что пришла, буквально 3 минуты назад. Интересно. Друзья, хочу вас поздравить с первым стабильным сигналом. Девяточка, интересно, такой сигнал, смотрите. Давайте копанем. Ага, где-то только что был. Странно так реагирует. Интересно, давайте посмотрим. Что это будет у нас? Опа! Раз, два взяли. Нет, не достали. Попробуем со второй попытки. Глядишь, у нас что-нибудь и получится. Так. О. Ничего не получилось. Так, сейчас попробуем третью попытку. Интересно, что тут будет? И будет ли что-то вообще? Так, ладно, покажу, когда в скубе будет. Сигнал в лопате у нас, похоже. Четвертой или с пятой попытки достал. Ну что, давайте промоем. Давайте промоем, посмотрим, что это было. О, друзья, кольцо. Колечко. Колечко. Я властелин колец. Опа. С какими-то черепами похоже. Пиратское кольцо. Отлично. С колечки поперли. Это нас радует. Это мы любим. Серебришко. Отлично. Я властелин колец. Первое кольцо за сегодня. Берем. Thank you.
Друзья, я вам покажу одну интересность. Особенность сегодняшнего дня. Сейчас подойдем. Так. Сейчас я вам покажу плантацию. Смотрите, какое количество медуз. Вот видите? Это только здесь в воде. А вон их сколько на суше. Я тут в новостях читал, что здесь, блин, какое-то страшное количество медуз. Вон их сколько. Смотрите. Просто ими все кишит. На весь. Вся прибрежная зона ими засыпана. В море заходили, то же самое там было. Повыбрасывало. Громадный. Размером со скуп. Друзья, в воде плавала записка. Интересно, что пишут. Так. Не знаю, какой английский, что ли. Она читает ей ее книгу свою. А это, наверное, на другом языке. Но кто знает, скажет. Кто владеет языками, а, улетело. Тот все мне расскажет в комментариях. Сигнал 21-24. Сейчас копанем. А записка прям все здесь летает. Так, не выкопал. Со второй попытки попробуем. Двадцать один, двадцать два. Есть. Сейчас будем промывать. Ого. Что это за монета? 50 евроцентов. Черные-черные. Вот так получше. Местного производства. К нам подходит комрад. Не подходит. Тормознулся на подступах. Ладно, продолжаем. Вон там вдалеке появился подводный копатель. Конкурент. Но мы там уже прошли. Мы уже там все выбили. Так что ходим дальше. Золотой сигнал. 16-17. Он аж блестит там луч. Ну давай, удиви. Есть? Есть, красота. Водка? Водка. Даже без нее. Отлично. Берем. Вот застали рассвет. Солнце вылезает из-за деревьев. Но она чуть раньше рассвет был. Просто мы не видели. Прям на глазах выходит. Ну все, сейчас попрет. Номер два. Монет. Есть? Монет. Что там? Не знаю. 19, 5 сантим. 10. Я еще не понял даже. Еще не видел. Что такое вообще? 5. 5 сантим. 5 сантим. А, так, я думал, иностранщина какая-то. Решили переместиться туда, полкилометра в ту сторону. Там торчат флажки какие-то. Заодно походим. Зона отдыха какая-то. Посмотрим, что там. Видны солнечные батареи. Раздевалки. Детская площадка. Сколько за раз скуп поместится медуз? Не будем, ладно, экспериментировать. Да, много их тут выкинуло.
у нас сигнал 17. Рядом лежит камень. Сейчас попробуем вытащить это все дело на поверхность и посмотреть, что это будет. Традиционно с первого раза не получилось. Что не получилось с первого, получится со второго. Так. Опа. Есть. На месте. Сейчас посмотрим, что это было. 17. Старые слои, грязь. О, монета. Совет, что ли, да? Похоже, советы. 3 копейки. Как почистилось хорошо. Год хрен знает какой. Неизвестный. Потом посмотрим. Так, пройдемся еще по суше. Покопаем немножко. Водя сигналов мало. Может, что с суши вылезет. Выходим к какому-то развлекательному комплексу. Ну, тут, наверное... Сильно звенеть будут. Да. Звенит хорошо, но это совсем не то, что нам надо. Сейчас сигнальчик копанем. Есть в скубе. Сейчас я вам покажу. Видел уже, лежала монетосина. И где она? Все, все пропало. Теперь не найти. Надо было сразу доставать. О. 2 евроцента. Вот такая монета. Ладно, берем, идем дальше. Я вам поучаствовать в рассмотрении данной лопаты. Сигнал 12-13. Хорошо звенящий. И у нас тут что-то лежит. О, монета с дыркой. Дырявая монета. Кто это у нас? Дырявый. Дырявый норвег у нас. Оказался здесь. О. Крона. Дырявая норвежская крона. Опять. Это резко так раз за минуту. Но где-то вдалеке прошел какой-нибудь, наверное, сухогруз. Так. Посмотрим, что сейчас. Сигнал 19. В прошлый раз были дырявые норвеги. На этот раз вторая Латвия. 5 сантим. Старая красная монета. Ну, друзья, сигнал пипец, если вы слышите. 32-33. Должно быть серебро. Либо какая-нибудь там предмет. Машинка какая-нибудь. Ну, мы, конечно, надеемся, что это серебро. Эх, копанем на камеру. Что же это будет? Всегда интересно. Так, давайте я выкопаю, то это может продолжаться долго и вечно. Вспотело, не? И посмотрим, что это будет. Надеемся, что-нибудь интересное. На лопате 33-35 сигнал. Сейчас мы узнаем, что это будет. Пробка сейчас будет. Ох ты, что это у нас? Монета какая-то. 5 рублей. А мы так надеялись на чудо. Но это тоже своеобразное чудо.
друзья. Унесло, блин, меня. Чуть-чуть. Скуп потерял. Ищу сейчас. Доплавался. О, вижу, 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 нашел. Короче, решил отдохнуть, прилечь. Воткнул скуп. И меня унесло от него. Короче, вот такой прикольчик получился. Ладно, друзья, копаем дальше. Против выхода поймался сигнал. Тут небольшая ямка, но буквально такая метр. Сантиметров 30, наверное. Сигнал 19. Будет лопате, покажу. В лопате. Посмотрим, что там будет. 19 сигнал. О, монетка. Монетка. А, 10 евроцентов. Черные. Немецкие. Отлично. О, как скачет. Так. 10 рублей. Россия. Чисто железный сигнал был. Железо. Друзья, у нас сейчас будет рыбалка. Смотрите. Смотрите. Я как порываев руками практически ловлю. Хоп. Блять, у меня глаза аж выпучены от страха, блин. Вот. Килька в томатном соусе, блин. Кто атрибутировать может данную находку, пишите в комментариях, что это может быть. Все. Плыви. Рыбка поплыла. Точно поплыла. Плывет. Орущий сигнал. Если вам слышно. 23:31. Что-то мне кажется. Сейчас я его локализую. Наверное, какие-нибудь тоже снова 5 рублей. Но глубоковато лежит. Ну, сейчас выкопаем, посмотрим, что это будет такое. И будет ли там что-нибудь. Так, как будет лопате, я вам покажу. Сигнал громадный, вот смотрите, начинается он. Вот отсюда, это с одной стороны. А здесь он начинается. То есть он длиной в метр. Вы сами понимаете, смысла нет копать. Опа. Ага. Холодец. Вот реальный холодец. О, щупальце ее. О, видал, смотри, какие у нее лапы. О, шевелится. О, красота. Желатин. Ага, ну я говорю, можно сразу ахнуть можно одну. Вот так вот, как пельмешку. Проглотить такую. Оп. Теперь мне руки будут. Двигаемся уже к выходу, понемножку копаем, тоже возле берега. Вот один из редких сигналов. 14-17. Надеюсь, он здесь. Да ладно, блин. Пуговица. Мне показалось, первушная сначала. Ай, какая-то хитрая. Ладно, берем. Что там у Димона? Странное. Странное? Странное мы любим. Что такое? Прям над головой пролетел. Просто какой-то сказочный базар медуз. Медузовое царство.
всяких разных цветов, расцветок, оттенков. Жесть какая-то. Это у вас со скуба. Ну точно, с ручки. От напряжения там. Ну давай. Сидит? Мы заканчиваем. Сейчас будем выходить, подводить итоги. Сбегал я тут по берегу, прошелся. Один цент нашел. Сигналов нету. Так что на сегодня сейчас будем заканчивать. Сейчас не переключайтесь, сейчас будем итоги подводить. Наконец-то выкопало это что-то. Давай промывай. Ой, ё-моё, какая шмурдина мощная. Ёпчикарара. То ли разворот наш, это ли баночка? Ну это какая-то, блин, жестянка. Невиданная. Там еще столько же. Все, звенит, да? Ну ясно. Вот что у нас тут было. Ну вот, подводим наши неутешительные итоги. Бух. Находка дня. Наверное, не знаю, даже лето или это. Это не то. Первая находка была пятак на это самый на пропускном пункте. Кольцо с черепами. Похоже. Да, с черепками. Ну и куча монет. Из интересных монет. Дырявый норвег. Корона какая-то норвежская. Так что вот наш сегодняшний замечательный итог. Так что сегодня особо хвастаться нечем. Но все равно прикольно. Походили, на медуз посмотрели. Очень нормальное время. Все. Всем пока.